Бесплатная врачебная консультация. 15 июля в Тольятти будут работать специалисты Федерального медико-биологического агентства. Они примут онкобольных, которые нуждаются в хирургическом лечении и химиолучевой терапии. В наш город приедут практикующие врачи, авторы множества статей и патентов. Их главная задача – сохранить здоровье пациентов. Уникальный опыт, который накоплен в Центре ядерной медицины медико-биологического агентства, позволяет врачам успешно лечить даже тяжелых пациентов. Перечень документов для консультации – паспорт, полис ОМС, выписка из медицинской карты с указанием даты и номера гистологического заключения, а также документы, которые подтверждают диагноз на бумажном и электронном носителях. Напомним, прием пациентов будет вестись по предварительной записи 15 июля с 9 до 14 часов по адресу Южное шоссе, 125. Запись по телефону, который вы видите на своих экранах.